Поляк Ян Карский. Он мечтал быть дипломатом, стать послом, но из-за войны стал тайным посланником польского сопротивления. Один из лидеров сопротивления в Кракове дал мне микрофильм. И эту пленку нашли. Поэтому были доказательства, что я шпион. Он сумел добраться до Вашингтона и до самого президента Соединенных Штатов Америки, Франклина Рузвельта. Когда ты расскажешь им, что делают с евреями, скорее всего, они тебе не поверят. Если ты своими глазами увидишь, что происходит в Варшавском гетто, это поможет их убедить. Я никогда этого не забуду. У нас есть выбор. Мы можем выбрать путь преступника или путь хорошего человека. Фильм лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга. Нет. Нет, я не возвращаюсь. Нет. Ян Карский. Послание Карского – это послание всем нам, всему человечеству, и мы должны его услышать.